Приветствую, друзья мои! Сегодня мы приехали в Раифу. С вами вновь Антонина и мой супруг Анатолий. Посмотрите, вот мы машину поставили на стоянке. Время уже 4 часа, вечереет, автобусы прибывают. Вот здесь мужской монастырь, и мы сейчас покажу вид Раифы. И здесь есть женский монастырь, и там имеется икона грузинской Божьей Матери, которая считается целительской. Вот мы сегодня, ну, конечно, там, наверное, не разрешат снимать. Ну, что смогу заснять, что смогу показать, вот, кто не был ни разу в Раифе, то вот немножечко ознакомлю вас. Вот торговые палатки стоят, сувениры. Красивые сувениры здесь, подарочки. На обратном пути мы здесь, конечно, выберем уже что-то памятное с этим местом. Где пряничный? Пряничный домик, пряничный, монастырская выпечка, но там ничего нет. Кафе-изба, сувениры. Вот нас три медведя встречают. Очень много туристов сегодня. И да, и со всей несут воду. Здесь есть святой источник. Мы были зимой. Там вот такие медведи нас встречают. О, какие красивые. Он еще аист на крыше сидит. Солнце отсвечивает. Смогу показать вот так вот. Ага, вот. Сейчас я попробую увеличить. Вот. И медведи вот там. Домики вон как пряничные сидят, ажурные, красивые, сувенирные. Добро пожаловать. Шашлык. Уже пахнет шашлыком. Заповедный теремок. Он красивый тоже какой. Интересно, видно? Башня все видно? Все видно, ага. Вот такая вот башня здесь при входе. Здесь озеро. Ну, мы, наверное, вот так пройдем, да? Год основания монастыря 1613. Вот тут ангел встречает нас. Я тоже хочу там пройти. Сейчас покажу. Вот Божья Матерь и ангелы. Благодатная. Благодатная. Это гостиница. Дом паломника называется, да. Сейчас здесь солнце отсвечивает, сейчас покажу. С другого ракурса покажу. Вот так. Ах, красиво, как здесь. Кто не был в Раифе? А флюгер там наверху тоже. Не знаю, смогу показать. Не смогу. Вот такой ангел нас здесь встречает. Мы были в зимнее время, а летом мы еще сами не были. Вот сейчас приехали весной, тоже пока прохладно. Пока близко не подошли,
там не знаю, что это. Ну, я его уже показала, вот. Экскурсию. Огородица тут красивая. Из камушек, да? И мозаикой, да? Что это вложено? Вот это мы не видели, да? По-моему, это не видели. Когда были, посмотри, какая красота. Потом придем, сфотографируемся здесь. Давай вон там заглянем, потом в храм зайдем. Что там такое за монастырем? Беседка. Ну, это просто отдыхающие, наверное, гуляют. Потому что, о, вот здесь точно, это просто прогулочная. Пока не пойдем. Мы лучше потом сюда еще повторно придем. Здесь, наверное, фонтаны включают летом. Да. Летом включат фонтаны здесь. Идем туда, в здание. Там выставка картин на стене. Вон. Не будем туда подходить. Сейчас еще скажут, не разрешаем мы вам снимать частные работы. Здесь монах какой-то встречает. Здесь красиво. Ой, как красиво. Чисто, красиво. А? Церковная лавка. Марк Евангелист, а там Матвей Евангелист, Лука Евангелист. Какая красота! Какая красота! А где икона Грузинской Божьей Матери? Здесь, что ли, была? Не помнишь? По-моему, сюда. Наверное, да. Ага, ну мы сейчас по улице пройдемся, потом зайдем. Потому что там, видишь, видеосъемка запрещена. Наверное. Мы не будем туда с камерой. Ну, можно, да. В храм уж не будем. Но... Ой, надо остановиться, показать такую красоту. Это просто невозможно слов. Знаете, насколько здесь... Красиво. Скоро здесь зацветут розы, вот все закрыто пока. Людям, которые сюда пришли.
Вот Рублев, а что здесь выше? Андрей православный, наверное, преподобный Андрей Рублев. Вот. Разобрались. Вот мы идем в направлении родника. Здесь вот набирают источника, да. Здесь вовнутрь я уже не буду заходить, но мы вот стоим, прямо там вот внутри набирает. Вот даже виднеется, как набирает воду целебную, источник целебный. Мы туда не будем заходить. Давай вот так круг сделаем, потом уже зайдем в храм. Покажем, так я вот с этой стороны еще покажу. Как красиво здесь. Это Раифа, друзья мои. Неописуемая красота здесь. Раифа. А вон там наверху ангел. Ага, золотые. Ну, не знаю, сумеет меня камера показать золотые кресты эти, ажурные прям. А там вон ангел вдалеке. Если даже увеличила, наверное, не покажет мне. Вот так увеличила. И там на макушке ангел. Ну, не знаю, вот флюгер или что-то, фонари. Ой, как здесь приятно гулять и очень красиво. Конечно, мы в летнее время обязательно сюда приедем, потому что наверняка здесь будут включены все фонтаны. Сейчас еще рановато. Даже снег еще не сошел везде, чтобы... Чем мы туда приезжали, зимой сугробы были, ничего не видно. Холодно сегодня, хоть и солнечно, а всего 6 градусов. Это блудного сына. Что там написано? Возвращение блудного сына. Вот. Вот что там написано. Вернулся. Вот так красиво. Как мне здесь нравится. Как я это все люблю. Вот так. Уж прям чистенько, прям все убрано. Редакция «Раифский вестник» здесь. Софийский храм. Очень много экскурсий сегодня, групп, очень много людей. Ну, вы видели на стоянке, сколько машин, сколько автобусов сегодня прибывает. Друзья, я внутри здесь показала храмы, и это Раифа. Очаровательные здесь экскурсии будут, и восторга будет, конечно, очень много, кто пожелает приехать. Ну вот. С вами был Антонин, всем пока, до новых видео. Thank you.